Всем привет, с вами я, Алис, с канала Классный Монстряшка. Это видео на конкурс Купи ребенку .тв. На этот конкурс надо было сделать питомца для кукол Monster High и для Эвы After High. Я сделал для кукол Monster High Катюнуар. Этого питомца моего зовут Катюнушка. А порода этого питомца – котерозочка. Ее характеристика – это шопинг и песня. Сейчас вам покажу мою эту игрушку. Вот она. Это я сделала фенечек сначала и вот так. А это очень легкое, прям вот так. И ножки, и ручки, и браслетик как. И вот такая причесочка. Глазик, и носик, и ручка. Сама она черная, как и Кэти. Нуар. Платьюшко тоже, как у Кэти. Нуар розовая. Кэти Нуар розовая. Это тоже, тоже из фенечков. Так. Сделал я ее не из ткани. А из вот, ну, из колготок, которые мне были не нужны. И как раз вот так. Она мягкая. Вот, мягкая. Она мягкая. Сзади тоже зашит все. Так. Сейчас покажу ее анкету. Вот, написано. Мой питомец для Кэти Нуар из школы Monster High. И вот такой узорчик идет. И вот такой вот смайлик. Смайлик, да. И написано. Конкурс на купи ребенку .тв. Так, вот характеристика. Шопинг и песни. Имя Катинушка. Порода питомца. Котерозочка. Так, делала я свою игрушку очень легко. Я взяла свои там ненужные колготки, черного цвета и розового. Взяла, разрезала и сделала ножки, ручки, ножки и из ленточек фенечки. И вот так сделала. Вот ротик, это тоже из ленточек, носик из ленточек, глазки из ленточек. Глазки из белых ленточек, носик и это из розового. Это финчик тоже розовый, это волосы такие. Платье я тоже прям просто так разрезала, ну и прям вот так вот я думаю, и вот так вот ей подойдет. Анкету я делала... Просто, очень легко. Я вот, давайте сейчас снова так сделаю, смотрите. Я отложила. Сейчас, если, конечно, у меня так же получится. Я пишу. Мой. Пи. То. Мец. Для К Ти Ну Ар Из Школы Монстер Хай. Так, теперь делаем узорчик. Вот и написала. Так.
Только узорчик, наверное, такой получится. Только узорчик почти не такой же. Так. Так. И я писал тут. Шопинка песни. Так. Так. Так, ну как бы вот так, я уж просто устала. А, вот это, которое я уже делала. Так, ну, я вам показала мою игрушку и ее анкету. И мне так хочется. Вас поблагодарить. Ну, и... Мне очень... Всем пока-пока!